Как подготовить сына к постановке на воинский учет? Видео для родителей призывников. Друзья, всем привет! Вы на канале Службы защиты призывников. Меня зовут Унгулян Алексей. И в этом видео поговорим больше именно про то, почему родителям стоит обратить внимание на постановку на учет своих сыновей. Вот. Так что это видео больше для родителей, то есть самим призывникам оно тоже будет полезно. Может быть, вы родителям это покажете в итоге, и они вас как-то поддержат. Так что смотрите это видео до конца. И если у вас возникают вопросы, то, как всегда, пишите в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайт есть также в описании под этим видео. Позвоним и бесплатно вас проконсультируем. Итак, друзья, смотрите. Первое, с чем надо нам с вами определиться, то, что постановка на учет – это на самом деле очень важный и ответственный момент. И многие ее недооценивают. Я про это уже неоднократно говорил, но лишним повторить это не будет, потому что по-прежнему мы видим, как люди часто недооценивают, скажем так, и чуть с меньшей ответственностью подходят к процессу постановки на воинский учет. Но это важно. Важно по тем причинам, что все, что попало в военкомат, вся вот эта ваша история, она же дальше влияет на конечный результат. Да? И если вы сразу станете на учет, допустим, с категории «временно негоден», ограниченно годен, или, может быть, годен с незначительными ограничениями, то это вам в будущем поможет доказать непризывное заболевание и получить военный билет по состоянию здоровья. Конечно, если вы сразу станете на учет с категории А, абсолютно годен, да, к службе в армии, то это не значит, что вы теперь точно не получите военный билет по здоровью, но вам, вероятно, будет посложнее, да, и вам больше придется готовиться уже в дальнейшем. Так что, если у вас сейчас есть какие-то проблемы со здоровьем, то надо сразу этим заниматься. Теперь, почему это видео для родителей? Потому что часто до призывника парни встают на учет в 16-17 лет, в год исполнения 17 лет, да, зависит от того, уже исполнилось 17 или еще не исполнилось. Им, конечно же, часто нужна поддержка. Потому что это надо и документы медицинские анализировать, и в поликлинику ходить, и в военкомате донести свою точку зрения, а не все настолько, вот, во-первых, подкованы, чаще, наоборот, не подкованы в этом плане. Во-вторых, не всегда получается вот, с людьми в военкомате адекватно разговаривать. Так что здесь как раз-таки поддержка родителей очень и очень кстати. И, опять же, если вдруг вот, сейчас именно вы, призывник, смотрите это видео, то лучше как-то поговорите, ну и вам предстоит постановка на учет, или считаете в целом, что вам нужна помощь с призывом, то к родителям, конечно же, часто стоит по этому поводу обращаться, да, если они вас, конечно, поддерживают, ну и все в этом духе. Почему, опять же, важно готовиться, да? Потому что часто у нас до сих пор еще думают, что ну, в военкомате же сами определят, там же врачи. Ну, там на самом деле врачи, конечно же, работают. И они сами определят. Если человек не годен к армии, значит не годен. Если годен, то значит годен. Но у них там не так много возможностей. Они же анализируют медицинские документы. А на лице не все написано, скажем так, да? То есть если у человека какие-то проблемы с внутренними органами, то врач в военкомате, если нет никаких записей об этом, скорее всего, никак и не поймет. К тому же надо понимать, насколько у него есть мотивация к этому, да, чтобы прям досконально разбираться, когда там стоит очередь огромная, да, и все такое. Вот поэтому что вы принесете туда, или что поступит в военкомат из поликлиники, а оно там должно предварительно появиться в поликлинике, да, то есть вы должны туда обращаться, с тем и будут работать, да. Если у вас будет абсолютно чистая карта, и там не будет никаких признаков серьезных заболеваний, даже если они на самом деле есть у вас, то как бы не рассчитывайте на то, что у вас будет какая-то непризывная категория, будьте абсолютно годными, ну или в худшем случае будете годными с незначительными ограничениями, да. Поэтому крайне важно готовиться. Теперь, следующее. Как же на самом деле стоит подготовиться? Если вы родитель, то вы наверняка, скажем так, достаточно хорошо понимаете, что у сына происходит со здоровьем. Да? А если вдруг где-то не понимаете, то надо, конечно, обратиться к врачу. И вы можете проанализировать карточку медицинскую, то есть вспомнить в целом, какие там есть проблемы со здоровьем, проанализировать карточку медицинскую, и сверить это с расписанием болезней, ну, как один из вариантов, да, либо второй вариант, вы можете обратиться, опять же, к нашим специалистам, записаться на консультацию по ссылочке в описании,
и переговорить с нашими специалистами, вообще посоветоваться. Допустим, вот у меня у сына такая-то проблема со здоровьем, не знаю, там, лишний вес, гипертония, проблемы со спиной, с ногами, там, со всем чем угодно. Вообще вот с этим как бы призывают в армию или нет? Потому что в расписании болезни можно, конечно, потеряться. Я понимаю, что для нас, когда мы там уже больше 10 лет там занимаемся, там как бы все понятно, для врачей особенно, да, то если вы впервые туда смотрите, и вы сами не врач, то, вероятно, там не так просто разобраться, потому что есть куча нюансов, есть куча моментов, как на практике с этим происходит. Да? Например, что по спине очень сложно получить военный билет, что там есть какие-то разные там моменты, да, на которые надо обращать внимание. Поэтому, если вы хотите там лучше понять, то, конечно, обращайтесь, поможем вам разобраться. Дальше. Если не хватает, на ваш взгляд, каких-то обследований, обследования для военкомата должны быть свежими. То есть хотя бы не старше полугода. Да? То есть если вы проходили обследование давным-давно и потом в поликлинику даже не обращались, то считайте, что у вас со здоровьем все в порядке. Да? Потому что для военкомата важно, чтобы вы на самом деле сейчас болели. Да? Но опять же, если это, конечно, не какая-то там серьезная инвалидность, где даже к врачу можно не обращаться, там и так все, условно, там руки нет, то, ну, понятное дело, она не отросла. Да? Но если это было какое-нибудь повышенное давление, или, опять же, там какие-нибудь были проблемы со спиной, и вы потом никак не обращались, ну, значит, все в порядке, значит, вы не болеете. Вот поэтому на это обращайте внимание. Вот. И здесь помощь родителей, безусловно, важна. Потому что вам надо где-то сходить, возможно, вместе с сыном к врачу. Плюс, вполне вероятно, вам стоит даже в военкомат пойти вместе с сыном. Ну, конечно, вам определять, да, все зависит от того, насколько там сын самостоятелен, да, насколько он может отстаивать свою точку зрения, потому что часто в военкомате, на самом деле, надо серьезно-таки отстаивать свою точку зрения. И вы можете сына там сопровождать, да, никто вам не имеет права запретить это делать. Вот. Поэтому, как минимум, ваша задача его подготовить, для того, чтобы он понимал, что там говорить, как там говорить. Но опять же, вы можете, там, конечно, к нам обратиться с тем, чтобы для вас это стало более понятно. И чтобы вы сына подготовили, либо пошли туда вместе с ним. Это, конечно, важно, потому что иначе, ну, часто как происходит. Вот сказали там, ты годен, ну а что парень может сказать в ответ? Часто как бы ничего и не может сказать. Да? И он, по крайней мере, должен понимать, на что он-то должен... чего апеллировать, да, что у меня вот тут есть какое-то заболевание, что, пожалуйста, поясните, что с этим делать, да, почему вот так, или вот я тут болею, то есть это правда несущественно, ну, в общем, ваша задача помочь с этим разобраться. Вот, поэтому либо вы готовите сына, либо идете вместе с ним. Ну и в любом случае вы для себя, как родитель, должны четко понимать, есть у сына какие-то признаки непризнанных заболеваний или нет. Потому что если вы заранее этого не понимаете, то вы не можете никак управлять тем процессом, который будет происходить в военкомате. А я точно говорю, что сыновьям эта помощь нужна. Надо им помогать, как минимум, подготовиться, потому что часто еще, ну, в силу возраста не все понимают серьезность всей этой ситуации. И особенно если идут, например, всем классом из школы, парни в военкомат, то часто им даже как-то неудобно там заявлять, что где-то у меня там что-то болит, я где-то не совсем здоров, потому что там люди не так поймут меня, там смеяться будут, еще что-то. Вот вам надо донести то, что это все не важно. Важно то, как в военкомате у него все это запишут. Вот это ключевое. А что там о нем подумают, что там как скажут, это все вообще ерунда. И тем более совершенно не важно, что там думает на этот счет врач в военкомате. Он врач, его задача правильно оценить состояние здоровья. Так что пусть оценивает, собственно, это самое состояние здоровья и выносит верную категорию годности. Ну и в идеале, конечно, если туда вот до призывника военкомат идет не вместе с классом, потому что это все-таки там больше шансов, что что-то не заметят, да, по каким-то причинам, не знаю, там по каким. Да, всякое может быть, потому что много народу, потому что еще там что-то, потому что где-то, опять же, как я уже говорил, парням неудобно про что-то говорить, потому что в некоторые кабинеты они заходят коллективно, могут зайти. Да? Вот, поэтому если туда пойдете в индивидуальном порядке, если вы считаете нужным, вы будете сопровождать, то шансов на то, что будет выставлена верная категория годности, конечно же, больше. Так что ключевой мой мессендж – помогайте сыновьям подготовиться,
Если вам необходима какая-то помощь, консультация, то также обращайтесь. Поможем вам, подготовим вас для того, чтобы вы качественно встали на воинский учет с нужной категорией годности. И потом проще гораздо получили военный билет по состоянию здоровья. Если, конечно же, здоровье как раз такое, которое позволяет получить военный билет. А у большинства есть повод для того, чтобы получить военный билет по состоянию здоровья. Вот. На этом сегодня все. С вами был Гулян Алексей. Всем пока.